Приветствую вас, бродяги, и всех любителей активного отдыха. В общем, сегодня решил прокатиться на своем флетбайке, устроить такую небольшую велопрогулочку. В общем, приехал на таежный горный ручей. Хочу немножко позагорать и приготовить, ребята, что-нибудь вкусное прямо на берегу ручья. Так что, ребят, думаю, вам понравится. И наше мяско. Thank you.
Во, ребята, очень вкусно будет и прям на живописном таком месте, то есть на берегу горной речки. Это просто, ребята, вкуснятинка. Волшебная. Я ни разу так еще не готовил. Решил вот спробовать. Решил спробовать прям на берегу, ребята. Чтобы кушать и наслаждаться вот шумом таежного ручья, пением птиц, стрекотание кузнечика, сверчков. Это что может быть лучше, ребята? И смотреть на костер. Это просто кайф, ребята.